Гордон, слава богу, ты жив. Погоди, я помогу тебе выбраться. О! Надеюсь, она не сломана. Отойди. Жму. Ого, я и забыла, какая у нее отдача. Держи грави-пушку. У тебя лучше получается с ней общаться. Когда я решила, что потеряла тебя. Знаю, знаю. Ты всегда сумеешь выкарабкаться. Ладно, надо двигаться дальше. Уверена, комбайны не оставят нас в покое. Буквально пару минут назад я слышала голоса вартигонтов. Может, они все еще поблизости? Нам предстоит долгая дорога. Помощь бы очень пригодилась. Боже мой, цитадель! Что там происходит? Что это? О, фатальный вид! Будто в первые дни войны. Надеюсь, они не повторятся. Здесь не было. Не удивлюсь, если тут были повстанцы. Не так уж здесь и безопасно. Зомби.
Узел связи. Попробуем поговорить с вами. Папа с доктором Кляйнером находятся на старой ракетной базе к северу отсюда. Надеюсь, они все еще используют эту частоту. Они хотят запустить... Ага, получилось. Черт. Ну что еще? Если бы я... Посмотрим, удастся ли мне его починить. Ну и бардак. Придется повозиться. Если у тебя возникнут какие-то идеи, не стесняйся проверять. Не пойму, что я сделала, но это помогло. Ну, попробуем. Белая роща! Белая роща, это Алекс Вэнс. Вы меня слышите? Белая роща, ответьте. Белая роща, вы меня слышите? Алекс, господи, неужели это ты? Да, Гордон рядом со мной. Нам удалось выбраться из Сити-17. Алекс, слава богу. Это просто невероятно. Не волнуйся, папа. С нами все в порядке. А вот с цитаделью творится что-то очень странное. Да, мы тоже наблюдаем за ней. Кто-то контролирует процесс распада и собирает энергию в портальный луч. Это комбайны. Они пытаются открыть новые врата. Именно так. Вы наблюдаете перед собой зарождение сверхпортала. Если он наберет полную силу... То повторится семичасовая война. Только на этот раз нам не продержаться и 7 минут. О, Господи. Гордон? Так вот для чего они отправляли эти данные. Чтобы... Данных? Из цитадели? Мы были в зале управления. Они скармливали огромные пакеты данных программе уничтожения ядра. Магнусон слышал? Даю голову на отсечение. Это был код портала. Слышал, неглухой. Я скачала весь пакет. С тех пор за нами погоня. Еще бы. Понимаешь, Клайнер, это краеугольный камень всех их планов. Прекрасно понимаю. Когда это я сказал, что... уничтожения должен был быть заложен код сеанса связи с внешним миром. Так вот, юная дама, к вам в руки попал код связи с главной инопланетной базой комбайнов. Если я не ошибаюсь, а ошибаться мне нет причин, то это тот самый код, который пытался получить доктор Мосман. Сколько вы будете сюда добираться? Мы лишились всех вещей, но скорее всего... Нельзя терять ни минуты! Мы ускорим подготовку к запуску. Как только вы появитесь у нас, мы закодируем спутник и отправим его на орбиту. Торопитесь, ребята! Ради бога, будьте осторожны. Папа, связь прерывается. Ответь, папа, ты меня слышишь? Папа! Нет. Установлена отдаленная связь. По-прежнему погоня. Приказ. Надо от них оторваться. Удостовериться в прекращении жизнедеятельности. Идем, ограничить сюда. Ограничить доступ к подуровню. По новой.
Удачно! Это сработало! На тебя всегда можно положиться. У доктора Магнусона Белой Ночи спрятана ракета. Он хотел запустить спутник, чтобы внедриться в старую систему связи Черной Мезы. Но пока комбайны не лишились силы, это было нереально. Не знаю, как он собирается с помощью этого спутника закрыть портал. Разберемся на месте. Что это было? Ты слышал? Тише, тут кто-то есть. Гордон не придумал, как открыть ворота. Будь осторожнее! Я жду здесь. Боже мой! Помоги мне, Гордон! Алекс Венс, что за беда стряслась? Фримен, ты невредим, и это доставляет мне радость. Но Алекс Венс попала в беду. Моих сил не хватит, чтобы ее исцелить. Я призову на помощь соплеменников. Мои соплеменники встретят нас в подземном убежище. Надо скорее отнести ее туда. Я буду поддерживать в ней жизнь, если Фримен возьмется прокладывать нам дорогу. Поторопимся, Фримен. В глубине шахт нас ожидает помощь. Ее состояние ухудшается.
Быть может, Фримен сумеет вернуть лифт в рабочее состояние. Береги себя, Фримен. Соплеменникам другой дорогой. Thank you.